Архив Андрея Тарковского вернется в Ивановскую область, на родину кинорежиссера. 28 ноября в Лондоне состоялись торги. Архив Тарковского приобрел официальный представитель Ивановского региона. За возврат уникальных вещей кинорежиссера хлопотал глава региона Михаил Мень. По его словам, региональные власти совместно с Министерством культуры сделали все возможное, чтобы вернуть архив великого режиссера. В результате аукциона уникальное национальное наследие было продано за 64,5 миллиона рублей. Мы не ожидали такой конкурентной борьбы. 22 участника аукциона было в торгах за право приобрести этот лот. И в конечном итоге на финишную прямую вышел Ларс фон Триер, известный датский режиссер и почитатель таланта Тарковского, представитель от Ивановской области и еще один предприниматель из Латвии. Представитель Ивановской области в упорной борьбе одержал победу. На этой неделе будет перечислено 15% задатка, предоплаты, и после этого в течение там, примерно месяца, как аукцион дает, будут дособраны остальные нехватающие средства.